Значит, мы сейчас... А, у Сони? Все. А, то есть... Ну, ладно, хорошо. Соня Чебурашка. Давай, ладно, что там пишут? Че, я не слышу. Где Анечка? Тебя красивая. Анечка уже потанцевала. Ушла на... Тимурчик, привет. Я Тимурчик. Да вот он. Ой, Тимурчик. Привет. Тимурчан. Тимурчик. Спросите, пироги в аэропорту будут? Так ты сам спроси. А в Москве по прилету. Утра попрям. Крошки. Доброе утро, крошки. Там все. Все крошки. Тимурчик, они решили, что они тоже крошки. Да, Артём сбросил бороду. Артём сбросил. На зиму сбросил бороду. Как пёс. Он, Тимур нас ждет в аэропорту. А что я там сбросил бороду и что получилось? Сбросил? Куда? Давай обратно вернем. Где это? Ниже, 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 ну наверх. Вот, ну блядь. Ну, не матерись. Ну после Тимура туда вверх подними. Да, блядь, вверх. Артем сбрил бороду и стал моложе на 5 лет. Красавчик. Малолетка. Чего ты психуешь? Ну потому что в прямом эфире не надо это делать, сейчас все подумают, что мы собачимся. Это сейчас... Такая мода, нужно всякие гадости там типа, ссориться, плевать друг друга, хайпит, да, хайпит. Сразу больше просмотров, понимаешь? Так, что-то нам пишут, я все пропускаю. Тимур нас ждет в аэропорту. Уже? Скажите, пожалуйста. Ансека, Ансеа моя любимая что артистка. Что это такое? Кто-то с села пишет. Любимая артистка Ансеа, знаешь? Кто-то. Жарко, да? Жарко, да? Жарко. Петя, можешь прохладнее сделать? Можно остановиться, шашлык поесть? Вот как раз справа шашлык. Мясо, продукты, готовая кухня. Шашлык. Артём, красава, спасибо. Я знаю. Я обиделась. Почему? Потому что. Я обиделась. Мы должны хайп. На хайп устраивает. Обида, хайп. Хайп, обида. Как у вас настроение? Отвратное. У меня хорошее настроение. Где Аня потеряли? Что мы потеряли? Мы не потеряли, мы все вместе в Украине. Вить, как вас зовут? Кого? Тебя, наверное. А может тебя? Ангелина. Почему Ангелина? Мне подходит? Да, в такие горы. Я вам еще раз покажу город. Что пишет Наташа? Улыбнись. Уже... Да? Желаю вам удачного дня, отличного полета. Да что ты хотела? Теперь я ее покажу. Не успела. Опять мне в глаз дует. Да вот. Правый, левый. Виктория. Виктория, здравствуйте. Доброе утро. Мы едем домой наконец-то. Ссылки. С Кавказского хребта. Вика, привет. Все, перестали писать. Опять красота. Там красиво сейчас в секторах оказаться. Вот такие вершины, да? Не, ну прикольно, знаешь, когда там, допустим, тебя вот на вершине забросили. Если типа нас забрали. Не забрали. Мне нравится вот эти фрирайдеры, которые сбрасывают. Ты чего?
смотри, поехали мы с Махачкалу. Наташа, какие цветы вам нравятся? Внимание, мой выход. 250 метров. Я люблю сирень, обожаю. Пшеницу. Гречку, кто цветет? Мох горный. Поменяйтесь местами, пожалуйста, с кем-нибудь. Чанка. Как вас зовут в белой прическе? Прическе. Белой прическе. Это парик. Ребят, ждем вас в Германии. А, приедем, да. Мы скоро. Выезжаем. Дайте уже, отдохнуть чуть-чуть. Уже выезжаем. Уже выезжаем. Петя в Германии. На Берлин. Петь, вы не против? Петя с радостью, так что мы выезжаем. Вон Наташа, смотри, город есть. Так, еще раз. Давай. Почему гор не видно? Блин, красиво. Вот реально плохо видно. Вот сними коровок, Наташа, смотри. А что останавливаешься? А что, не туда поехал? Андрюха не туда повел. Что случилось? Он говорит, я знаю, короче, дорогу. До Москвы. До Берлина. По немецкой дороге все хорошо ходят. Особенно там, где, блин, кабан был тогда, нас ждал с углом. Блин. Ослы. Собаки маленькие. Ты меня снимаешь? Нет. Ты снимай меня. Ты вышла из прямого эфира? Нет. Я понял, у тебя все на Ростов тащит. А ты что, трассу снимаешь? Не, еще пока приготовился. Ты готовился снимать трассу? Что, Андрюха снимаешь? Или кресло? Рюкзак катим. Андрюх, а? Правильно едет? Я контролирую. Все под контролем. Ну, ладно. А сколько нам еще по времени ехать? 5 минут. А? 5 минут. Да? Да, мы на развязке запутались. Так бы, может, приехали в аэропорт. Вы же вылетали бы, наверное. Ладно, я отключаюсь. А сколько тебе? 30 человек смотрят? Нет. Те, кто встали на зарядку. Не надо. Почему? Не надо? Тебе понравилось? Конечно, ну, пусть пишет. Ладно, давай. Так ну, надо давай говорить читать. Что-то. Наташа, можно ли что? Можно со щелку. Конечно. Я стригу всегда, смотрите. Не обижайте Наташу. Отдельно пишется, кажется, да? Что делаете? Не обижайте. То что? Самой. А что ты зависла? Самой. А у нас зависла. Не самой. Сумой. Наташа лучше. И тогда должно быть что-то. Дворок, Лазарева, Фомичева, Ванил. Называться группа. А все равно прервана связь. Да? Да, я думаю. Видишь, зависит. А, опять пошло. Виктория. Пошло. Куда путь держите? Куда мы путь держим? Германия. Новая версия. Германию. Поле картошку собирать. Да, конечно, город красота. Нальчик. Минеральные воды. Пятигорск. Надо было минеральные воды, Пятигорск проехать. Заплатить подарок. Спросите. Хорошего вам полета. Спасибо, Виколь. Может. Скоро увидимся. У нас хорошего полета. Вика твоя желает. Сегодня день рождения. Чего день рождения, что? Не да? знаю, у тебя высветлось. А. В Ростов поворачивайте назад. Ну так если там раки будут опять. Да. Где аэропорт? Вон. Ну нет. Да. Где? Ну нет. Вон. Вот если вот туда смотреть, вон он. Красивый. Обещающий. Ну,
обратно во Волгоград хочет вернуться. Аэропорт налево. Волгоград? Да. Да, у нас было. О, Саня. Hello. Саня, которая танцы третий сезон, Селиванова. Сашка, Селивашка. Танцы, Лоры, Лазарь. В Ростов едьте, мы еще хотим. Ростов? Да. Мы хотим домой поспать. Можно мы домой поедем? Пожалуйста. О, Саша, все, Наташа, ты уже неинтересная. Саша теперь будет там это все. Саша. Поездка в Москву на комфортабельных автобусах. А так мы сейчас пересядем. Зачем нам комфортабельный автобус? Артем, ты the best. Понятно. Ясно, не знаю. Можно ты давно там не был. Я пиарю, Сашка, тебя. Вот, в этом-то году еще не было. Пишет. Ростов. Розетивчики. О, Наташа. О, Наташа. Девочки, вы героини. Как вы? О, Наташа. Девочки, вы на героине. Вы на героине. Потому что мы на героине. Не со мной весь тур, извините. Я с Сашкой весь тур. Спасибо за концерт. Супер. Вы лучшая команда. Десентюки. Кто подъедет? Автобус. Где он, сзади? Нет. Реклама висела в Москву. В Москву? Надо быстрее. Привет с Украины. Пароходы не едут. Мы еще не приехали. О, Тимурджан приехал. Да. Где? А где Тимурчик? Там на вид, наверное, сзади. А мы же тоже можем. Ну куда? Мы же Саня просил написать, где там Викус, если что-нибудь знает. Ну здесь есть приорити? Есть. Ну что, пойдем? Все, всем все, пока. Пока. На мы героине. На героине. На героине. Все, одеваю корону, Наташ. Извини, я пошел.